Здравствуйте, мы предлагаем вашему вниманию последние новости валютного рынка, подготовленные информационной группой Инстафорекс ТВ. С вами я, Ольга Витковская. По словам министра экономики Японии Акира Амари, резкое снижение курса иены может иметь негативный эффект для экономики страны. Цены на импортные товары, в первую очередь на энергоносители, вырастут, что сильно ударит по карманам японских граждан. На предстоящем заседании, запланированном на 21-22 января, Банк Японии, возможно, примет решение повысить цель инфляции до 2% в год. Сверхмягкая денежно-кредитная политика и меры по стимулированию объемом 10,3 триллиона йен за последние три месяца уже столкнули йену вниз на 10% против доллара США. Акира Амари говорит, что в случае чрезмерного ослабления японской валюты стоимость импортных товаров быстро взлетит вверх, что, безусловно, будет на руку компаниям-экспортерам, а вот рядовые японцы будут испытывать ощутимые трудности. При этом ускорение роста цен приведет к росту ставок по гособлигациям. В настоящий момент уровень госдолга Японии составляет больше 200% ВВП. Вы смотрели новости, подготовленные для вас информационной группой Инстафорекс ТВ. До свидания.